А это главная набережная Дураса, которая была отреставрирована в прошлом году. И сейчас, видимо, это главный променад города. Людей в пятницу ведь очень-очень много. Смотрите, друзья, такое теперь не увидишь. Море, набережная, много-много людей, много-много детей и ни одной маски. Великая страна Албания, страна, победившая ковидлу и баранвирус. Люди ходят, наслаждаются по новой, отреставрированной набережной, дышат свежим морским воздухом, играют, гуляют с детьми. Просто наслаждаются неторопливой своей албанской, балканской жизнью. Им можно только позавидовать. Или, как мы, присоединиться к этой классной жизни. Дольче вита по-балкански. Хотели бы здесь очутиться бы. Очень приятно видеть, что люди живут, как в старые добрые времена. Смотрите, сколько людей в кафе. И снова набережная в ночи. Как видно, народу меньше не стало. Все гуляют, дышат свежим морским воздухом. Масок ни на ком нет. Замечательно.